Эта выставка называется «Блокпост памяти», и она сделана по результатам поисковой миссии эвакуации 200. В основном это вещи, которые были найдены рядом с погибшими ребятами на своей могиле Иловайск. Немножко Дебальцево и немножко последующая работа, которая велась и ведется по сей день. То есть это все предметы с какой-то историей, все они имеют своих владельцев. Некоторые из них погибли, некоторые из них остались живы. Мы рассказываем о войне, которой вроде как нет. Смотрите, дело в том, что здесь выставка с двух половин. Первое — это то, что мы нашли на поле боя, и мы же не знали, чьи это вещи собирали. Вот сейчас на них как бы вот экспонаты уже не добавляются, но добавляется история. Кто-то приходит и узнает свой шеврон, свой документ, свою медаль обгоревшую. Вот. А вторая половина выставки – это то, что нам дают семьи, потому что мы возвращали ребят, и знакомые с мамами, с папами, и с теми, с кем мы разговаривали просто по телефону, еще находясь там, на оккупированной территории, да, собирая ребят. То есть мы с ними знакомы еще с 2014 года практически со всеми. Нам было проще потом разговаривать с ними, чтобы они нам дали эти вещи на сохранение. На самом деле вот витрины персональные, которые здесь предоставлены, мы приняли такое решение, что они не могут принадлежать ни общественной организации, ни какому-то музею. Это витрина семей погибших. Ну, в общей сложности порядка 1000 экспонатов. Основных можно выделить только 300.